Конкурс Министерства энергетики по выбору поставщика был объявлен еще в прошлом году. Правда, долгое время желающих занять это место в Брянской области не было. Единственным участником и впоследствии победителем конкурса стала ООО «ТЭКЭнерго». Это организация не новичок в работе по поставке электроэнергии в субъектах Российской Федерации. Очень широко известна компания в Сибири, вот уже сейчас в центре России, ну и вот в Брянской области с 1 июня. ТЭКЭнерго является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе Югре и Мало-Ненецком автономном округе. Брянская область, первая из регионов ЦФО, дополнила этот список. Никакого дискомфорта ни предприятия, ни организации, ни жители Брянской области от смены гарантирующего поставщика не почувствуют. Тем более опыт такого перехода уже наработан. Вот. Более того, я думаю, что в деятельности энергосбыта брянского традиции прозрачности, открытости информационной, они сохраняются и в дальнейшем. Оформлением новых договоров будут заниматься только юридические лица. Остальные жители области перемены не заметят. Оплату за электроэнергию в июне необходимо будет произвести уже на расчетный счет ООО «ТЭКЭнерго». Пункты приема и способы оплаты останутся прежними. Евгения Павлюкова, Владимир Сидоров. События. Брянск.